Как покрасить пластиковое окно? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Меня часто спрашивают, можно ли восстановить цвет у старого пластикового окна. Я считаю, что можно и даже нужно, если они уже старые. Если вы хотите придать свежесть и новизну вашим пластиковым окнам, то это видео для вас. Можно ли красить пластиковые окна и чем? Вопросы самостоятельной работы. Считается, что перекрасить ПВХ профили непростая задача. Краска не сцепляется с гладкой поверхностью, либо ложится неровно. Мы собрали подсказки, которые помогут качественно обновить цвет рам. Бытует мнение, что невозможно самостоятельно качественно покрасить пластиковую оконную раму, она сразу облезет и все труды пропадут зря. Между тем, на вопрос, можно ли красить пластиковые окна и чем, существует положительный ответ, не требующий вмешательства профессионалов. Разбираемся, что можно сделать с пластиковой поверхностью, какие краски использовать и как избежать ошибок. Зачем красить пластик? Не всегда в городе имеется специализированная фирма по покраске ПВХ, и не всегда можно найти профессионального автомаляра со специальными красящими составами. В этом случае прибегают к плану «Б» – покраске оконных рам из ПВХ собственными силами. Если вы задумались над вопросом, можно ли покрасить пластиковые окна в другой цвет, возникла одна из следующих ситуаций. Рамы потеряли привлекательность, и их хочется освежить. Покрытие со временем может изменить цвет, пожелтеть или посереть. Виновником изменений является ультрафиолет. На поверхности рам появились царапины и сколы. Дефекты возникают по причине механического воздействия, низкого качества материала или неправильно подобранных чистящих средств. Цвет не вписывается в обновленный дизайн помещения. В новом интерьере необходимо создать эстетичную, непротиворечивую композицию. Все более популярными становятся цветные рамы, они помогают создать более привлекательную обстановку, пропадает ощущение искусственности. Надоел цвет профиля, окна – деталь дома, которая подразумевает долгий срок эксплуатации. Неудивительно, что со временем цвет приедается и возникает желание поменять оформление, а заодно сделать помещение более самобытным. Плюсы и минусы самостоятельной покраски. Перед тем, как покрасить окна ПВХ из белых в коричневые или любой другой цвет, полезно познакомиться с тонкостями процесса. Также важно иметь представление не только о положительных, но и об отрицательных последствиях окрашивания пластика. Самостоятельная покраска обладает следующими достоинствами. Преображение окон обойдется в сравнительно небольшую сумму, особенно если профили уже установлены. Приглашение специалистов будет стоить значительно дороже. Не придется разбирать окно на детали. Специализированные фирмы работают с голым профилем. В домашних условиях детали, нуждающиеся в защите, заклеивают малярной лентой. Вы сможете комбинировать цвета, подогнать внешнюю сторону под цвет фасада, а внутреннюю согласовать с интерьерной палитрой. Противники домашнего окрашивания утверждают, что пластик невозможно прокрасить качественно и состав не задержится на гладкой поверхности надолго. Это утверждение не совсем верно, так как проблема решается использованием правильного состава. Вместе с тем подготовка и сам процесс – достаточно кропотливое занятие. Недостаток опыта и невнимательность к деталям могут обернуться следующими минусами. Готовый лакокрасочный слой может оказаться очень чувствительным к царапинам. Если профили красились, до установки монтаж должен быть предельно аккуратным. Прилипшая к раме монтажная пена снимется только с повреждением лакокрасочного слоя. Поверхность, окрашенная вручную, без камеры и краскопульта, получается неровной. Издалека это не очень бросается в глаза, но в дальнейшем рамы будут быстрее покрываться пылью. Важно не только правильно покрасить, но и правильно высушить раму и самое трудное – обеспечить отсутствие пыли. Какая краска подойдет? Любая современная краска – многокомпонентный состав, и входящие в него вещества определяют его характеристики. Красители для ПВХ поверхностей различают по следующим компонентам. По типу пигмента – он влияет на устойчивость состава к внешним факторам, колебания температур и влажности, действие ультрафиолета. От пигмента зависит и укрывистость, способность перекрывать предыдущий цвет подложки при равномерном нанесении. По наполнителю – наполнитель также повышает укрывистость, а еще отвечает за твердость покрытия, устойчивость к истиранию и загрязнению. Размер частиц наполнителя влияет на яркость, шероховатость и текстуру краски. По связывающему веществу. Оно имеет другое название – пленкообразующее. Оно отвечает за образование устойчивой пленки в процессе высыхания. В качестве связующего используют синтетические полимеры, клей растительного или животного происхождения.
он имеет второстепенное значение. У растворителя. Растворитель облегчает нанесение красителя, снижая вязкость остальных компонентов – пигмента, клея. В качестве растворителя применяют воду, спирт, масло. Составы, подходящие для окрашивания пластика, должны отвечать следующим требованиям. Быть устойчивыми к факторам внешней среды, не выделять вредных для здоровья летучих соединений в процессе эксплуатации, иметь оптимальную вязкость, ложиться на поверхность идеально, ровно, не оставлять непрокрашенных участков, не образовывать наплывов. Иметь короткий период сушки. Это поможет сохранить привлекательность, так как пыль не успеет испортить внешний вид. Не содержать в составе активных растворителей – эфир, спирт, способных повредить резиновые уплотнители стеклопакета. Чаще всего у хозяев возникает вопрос, как покрасить белые пластиковые окна в коричневый цвет, что неудивительно, учитывая достоинства этого тона. Коричневые оттенки придают профилю натуральный вид, что делает помещение более уютным. Также цвета натуральной древесины практичны, поскольку легко комбинируются со многими оттенками. Состав красок указывается в буквенно-цифровой маркировке. Для окрашивания пластикового окна идеально подходят акриловые красители с маркировкой АК на основе акриловых смол и полиакрилатов. Они обладают всеми необходимыми качествами, отличной адгезией, прилипают к гладкой пластиковой раме и укрывистостью, не боятся солнечного света, быстро сохнут. Краситель на водной основе подходит для использования внутри дома. Он не токсичен, не имеет резкого запаха, маркируется как ВДАК – водно-дисперсионный акриловый краситель. Состав можно использовать для окрашивания рамы с наружной стороны. Оптимальная температура использования считается 20-25 градусов Цельсия. С понижением температуры формирование лакокрасочного слоя замедляется. Граничная температура использования плюс 5 градусов Цельсия. Для окрашивания ПВХ профилей также рекомендуют использовать акриловый лак. Он без особых проблем наносится кисточкой и образует на пластике ровную матовую поверхность. Возможно использование и следующих красителей. Автоэмали продаются в аэрозольных баллончиках, для работы с которыми нужен опыт, удобный тем, что высыхают за 15-20 минут при температуре плюс 20. Нитрокраски создают тонкий слой, укрывистость меньше, чем у акрила. Главный плюс – скорость высыхания. В жару хватит 5 минут. При работе с нитрокраской необходимы средства индивидуальной защиты. Меньше всего проблем возникает у хозяев, выбирающих, чем покрасить пластиковые окна в белый цвет. Жидкие краски нередко продаются в белом цвете, а вот нужный оттенок приходится создавать самостоятельно. Процесс называется колировкой. Выбранный краситель должен подходить для работы с пластиковыми поверхностями. Об этой возможности сообщает надпись на упаковке «Окрашивание ПВХ». Выбор инструментов и подготовка поверхности. Для работы предпочтительнее использовать краскопульт, поскольку он обеспечивает ровное напыление краски и ее экономный расход. Если покраска профиля будет производиться вручную, кроме краски потребуются следующие предметы. Малярные кисти по ширине профиля и с мягким синтетическим ворсом. Тонкая кисть для прокраски труднодоступных мест. Металлический или пластиковый шпатель. Он поможет очистить поверхность от загрязнений. Емкость под краску, растворитель, ветошь, салфетки. Респиратор и перчатки. Краска плохо пристает к гладким глянцевым поверхностям, поэтому профиль необходимо подготовить к окрашиванию. Чтобы красящий состав равномерно лег и долго держался, выполняют следующие действия. Поверхность рамы и стыки тщательно очищают от пятен, пыли, остатков клея. Используемые моющие и чистящие средства смывают водой. Пластик должен быть не только чистым, но и сухим. Лучше всего обработать поверхность сжатым воздухом. Чтобы усилить сцепление краски с пластиком, иногда, не обязательно, раму обрабатывают мелкой наждачной бумагой, после чего пыль смывают, а раму высушивают. Край стекла оклеивают малярным скотчем, ручки удобнее снять. Пластик обезжиривают. Существуют специальные растворы для обезжиривания ПВХ. Некоторые краски требуют предварительного нанесения слоя грунтовки. Об этом сообщается в инструкции. Используют праймеры для пластика на основе акрила, но можно использовать и праймеры для металла. Грунтовку наносят в один слой и дают высохнуть. Как красить правильно? Главное в процессе окрашивания профиля получить тонкий однородный слой. Добиться нужного качества, работая кистью, достаточно сложно. Нужна особая аккуратность. Поэтому рекомендуется использовать краскопульт, пистолет-распылитель и работать в респираторе. Для качественного результата проводят следующие операции.
Подбирают параметры краскопульта, регулируют диаметр сопла. Он не должен превышать 1,2-1,7 мкм. И давление воздуха 2-3 атмосферы. Окрашивание начинают с углов, так проще оценить качество нанесения. Во время работы передвигают краскопульт равномерно, держат его так, чтобы факел, струя распыляемого состава, находилась под прямым углом к плоскости профиля. На высыхание тонкого слоя уйдет 8-9 часов, на полную полимеризацию 4-5 суток. Альтернативой краскопульту может стать использование баллончика с пульверизатором. В этом случае высохший слой для надежности покрывают акриловым лаком. До того, как белые пластиковые окна сделать коричневыми снаружи и внутри, необходимо понимать, что бытовое окрашивание по своим характеристикам уступает промышленному способу. Через несколько лет профили начнут терять привлекательный вид, в некоторых местах появятся дефекты, чешуйки или сколы. В этом самостоятельно окрашенный ПВХ-профиль напоминает деревянную раму. Его красочный слой также можно время от времени обновлять. Коротко о главном. Если стандартный белый цвет пластиковых рам перестал вас устраивать, можно обойтись без дорогостоящей замены окон. Теперь вы знаете, что существует несложная технология, позволяющая перекрасить ПВХ-профиль в любой другой оттенок. Для получения качественного результата важно выбирать краску, подходящую для работы с пластиком. Оптимальным вариантом является водно-дисперсионный акриловый краситель, но подходят и другие составы, например, акриловый лак, нитрокраски и автоэмали. Для того, чтобы слой получился ровным и прочным, пластиковую поверхность очищают, высушивают и обезжиривают. Красящий состав удобно наносить с помощью кисти или краскопульта, не забыв о респираторе, защищающем верхние дыхательные пути. Напишите в комментариях, как думаете, стоит ли использовать валик при покраске пластикового окна. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Николай Пономарев. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.